Со мной этот матч для вас будет комментировать Константин Генич. Смотрим состав «Амкара». Расстановка по схеме 4-5-1. Может получиться очень агрессивная игра. Состав «Терек». 4-5-1 построение у обеих команд. Посмотрим, как они сыграют в полузащите. Главный арбитр сегодняшнего матча Сергей Пипуткин. Команда на поле, и арбитр только что дал свисток к началу первой половины матча. Федор Кудряшов. Это может быть опасно. Олег Иванов. Удар! Вот это спасение! Угловой разыгрывают футболисты «Терек». Мяч вынесен подальше. Ворот опасность миновал. Александр Прудников. Не стал давать свисток арбитр, прочитал ситуацию в пользу пострадавших. Отличный навес. Потеря. Богдан Будко. Игорь Лебеденко. Федор Кудряшов. Резван Уциев. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Отличный удар. Мимо ворот летит мяч. Никак не привыкнут игроки к такому мокрому полю. Ну, надо все-таки как-то адаптироваться. Думаю, не первый раз они играют на таком скользком газоне. Ну, нормальная ситуация. Правильно отработал арбитр. Отложенный штраф и желтая карточка. Да, и отметим, что очень грамотно разобрался в этом эпизоде судья. Он не стал свистеть в момент фола, а дал доиграть эпизод и лишь потом показал карту. Олег Иванов. Опасно! Мяч у соперника. Посмотрим, кто из них сильнее физически и тактически. Петр занят. Аут. Мяч брошен без малейшей паузы. Роберт Арзуманян. Георгий Пеев. Ищут они разные варианты для атаки. Игорь Лебедин. Забивать надо! Олег Иванов! Не точный удар. И все. Надо забыть это побыстрее и играть дальше. Терек пробьет угловой. И как опасно пробил! Да ну, это совсем не получилось. Такой сейф можно бесконечно смотреть. Потрясающая игра голкипера. Олег Иванов. Хорошо разобрался в ситуации защитник и перехватил эту передачу. Сергей Баландович. Богдан Будко. Это, конечно, не стандарт, но и из аута можно извлечь выгоду, особенно так близко от чужой штрафной. Это фол, мяч попал в руку. Роберт Арзуманян. Точности не хватило, мяч пролетел над перекладиной.
Заброс вперед. Штрафной ставит судью. 3 минуты добавлено к основному времени. И пошла передача. Вратарь решил отбить мяч. Нарушение очевидное, и судья может показать карточку. Какой удар! Забивает! Итак, первая половина встречи завершена, пока ничья, 0-0. Игроки отдохнули в перерыве и готовы снова ринуться в бой. Второй тайм начался. Я уже сбился считать передачи, честно говоря. Их много, и они все точные. Свисток арбитра у главы. Удар по воротам. И что это? Гол! На такие голы можно смотреть бесконечно. Шедевр. Да, замечательный розыгрыш углового и потрясающий гол забивает эта команда. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камеры. Наконец-то счет открыт, а то в первом тайме мы немного заскучали. Резван Уциев. Какой навес! Гол! Сравняли счет! Какая атака, а? Какой гол! Посмотри, как момент поймал, идеально выложил мяч партнер. Да, и записал на свой счет голевую передачу. Вот именно так и надо завершать угловые хорошим точным ударом. Да, головой сыграл просто бесподобно, как ты в лучшие годы. Снова равенство на табло 1-1. Сергей Баланович. Подкат, но игрок перепрыгивает через ногу. Олег Иванов. Это замена по позиции. Думаю, это решение давно напрашивалось. Федор Кудряшов. Резван Уциев. Олег Иванов! И голкипер вступает в игру. Можно выдыхать. Замена сейчас произойдет. Все здоровы, так что замена, видимо, тактическая. Опасная передача, но и защитник не дремлет. Перехватил этот пас. Ушел мяч. Аут. Богдан Будко. Неплохой заброс вперед. Хорошая передача. Маурисио. Равенство по владению мячом. Да, и сам матч смотрится весьма равно. Если бы прошел этот пас, было бы очень опасно, но защитник не подвел. Игрок уже готов выйти на поле. Остается только дождаться паузы в игре. Игорь Лебеденко. Проверка вратаря. Он на месте, никуда не ушел. Игра головой позволяет им сохранить мяч.
Роберт Арзуманян. Петр занят. Заброс вперед. Януш Голь. Но это тот случай, когда полевой игрок может взять мяч в руки. Совсем мало времени до конца игры, а шансы на успех есть у обеих команд. Вот это матч! Александр Прудник. Игорь Лебедин. Роберт Арзуманян. А вот и тактические перестановки. Да, тренер решил несколько освежить игру своей команды. Богдан Будко. Как он сумел навязать борьбу? В награду ему достается мяч. Минут матча истекли. Счет равный.